Привет, друзья! Привет всем любителям симрейсинга и автоспорта. Так, у нас сейчас будет гонка в Барселоне. Стартуем с третьего места, едем на Porsche 911. Очень плотные результаты были в квалификации, один круг проехал. Ну, надеюсь, что мы сможем навязать борьбу лидерам этого заезда. Итак, старт. Поехали. Чего это он такое решил здесь делать? Что за брейк-тест? Зачем он меня оттормаживает? Ничего не понимаю. Ничего я не понимаю, что он делает. Какой-то странный пилот. Странный товарищ на Феррари. Ну ладно, потеряли две позиции, одну точнее. Ничего я не понял, что он творил. R2-D2, впереди на Porsche тоже. Блин, лидера тут отъезжает, вот что плохо. Блин, чуть не занесу, слишком близко подъехал. Совсем прижимная сила пропала. Блин, поздно переключился. Ну ладно. Так, можно здесь поближе, значит, сильно атаковать. Не врежемся в R2-D2. Блин, ворнинг дали уже первый. Конечно, он меня сдерживает просто капец так. Ну блин, какой нахрен ворнинг, ребята, вы что делаете? Я здесь проиграл время тут. Это ошибка была. Жесть, блин. Два ворнинга уже. Еще два и все. И будет штраф. Thank you.
Блин, надо его проходить быстрее. Блин, тяжело здесь, конечно, приблизиться в Барселоне. Он ошибся. Красавчик, чуть меня не вернулся. Все, обогнали, наконец-то. Так, более-менее пустое пространство. Поехали. Лучший круг у меня. На грани. Погоня за Феррари. Плохо, что у нас уже два ворнинга есть, ребят. Блин, впереди на 20-х быстрее. Феррари. Да, немного дрифта. Мне кажется, что мы догоняем. Несмотря даже на мои ошибки. Ну, лидера так точно. Хотя нет, сейчас с лидером проехали примерно в одно время, от второго чуть подотстали. Ну, второй догоняет первого. Нам это на руку. Сейчас они там начнут бороться, я надеюсь. Thank you.
блин. Резина уже перегрелась слева. Контролировать машину становится тяжелее и тяжелее. А лидер догнал. Ой, второе место догнал лидера. Товарищ, который на старте чудил, догнал первого. Чего он там чудил, я так и не понял. Так, я быстрее всех. Это лучший круг был для меня, между прочим. Сильно ребята попались. Блин, запорол. Последнюю шикану запорол. С хорошим очень временем шел. На лучшее время шел вообще. Но все равно быстрее. Все равно я к ним чуть приблизился. Первый вообще очень плохо проехал. Похоже, начинают испытывать проблемы с резиной. Я тоже, но не так сильно, видимо. Догоняем, догоняем. 7 минут до конца гонки, хватило бы времени. Вот они уже совсем рядом. Отлично, лучшее время круга. Еще быстрей. Догоняем. Секунды 0,8 осталось.
5,5 минут. Блин, дрифтанул. Феррари очень близок к Лексусу. Я даже не смотрю на свой дрифт. Быстрее. Блин, если бы не дрифт, я бы сейчас бы уже вплотную за ним ехал. Смотрите, вот там борьба. Друзья, тройная борьба пойдет сейчас. Замечательно, нам еще и ворнинг дали. Финальный. Последнее предупреждение. Короче, они столкнулись, и я вышел на первое место. Да. Ну что, ребята. Такая вот, видимо, будет победа. Вот такая вот странная развязка в этой гонке. Осталось два круга. Правда, мне надо еще не получить штрафных баллов дополнительно, чтобы топ-н-го не заработать. Ну, сейчас и не вылететь вот здесь вот. Да. Пару кругов было в борьбу на очень плотную, но вот ребята, так сказать, не выдержали накала страстей и один другого развернул. Я просто сейчас эту гонку доеду. Без риска всякого лишнего. Сильные были ребята в заезде, знаете, я вам скажу. Пришлось тут, кстати, попариться. И я, конечно, их догнал под конец, но, блин, второй шел очень быстро. Не факт, что я его смог поддерживать темп, если бы он обогнал первого. Так, ну а мне теперь торопиться-то некуда, 5 секунд от второго отрыв. Да. Я думаю, им самим не очень приятно от того, что произошло. Я думаю, они с удовольствием хотели бы поучаствовать в этой тройной борьбе. Так, ну... Поехали на финальный круг.
Потом посмотрим в конце, что между ними произошло там. Но мне кажется, просто слишком близко был на выходе. Но тут я говорю, тут очень тяжело обгонять. Надо быть настолько близко, ребят, что по-другому никак не обгонишь. Совсем необгодная трасса. Финишируем. Все, друзья, финиш. Победа. Давайте посмотрим эпизод, который был между ребятами. Так, сразу сейф. Вот здесь, видимо, на этом круге. Предлагаю вот такую камеру. Ну, смотрим. Вот он, видите, подъезжает максимально близко. Lexus сорвало. И, ну, блин, здесь, конечно, вообще. Здесь больше даже я не знаю, как это назвать. Это какая-то вместе с сетевым лагом, ребят. Тут просто какой-то минимальный контакт. Да. К сожалению. К сожалению. И для меня в том числе, к сожалению, для вас. Ну, ребят, и такие гонки бывают, что называется. Мы боролись. Мы боролись, мы их догнали. Честно догнали. А на сегодня, наверное, все, ребят. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока.